Всем привет и добро пожаловать к нам в Плутхом. Ранее мы с вами уже знакомились с тестовой версией игры Breakwaters, но сейчас игра готовится к выходу и приносит с собой много чего нового и интересного. Самое главное, это, конечно же, появились полноценные путешествия между островами на своем собственном корабле, который сперва придется построить. Также в игре добавили кооп на 4 человека. Если у вас есть друзья, которые любят такой жанр, хватайте их в охапку и отправляйтесь в приключения. Ну а я отправляюсь в свою, надеюсь, не менее интересное и увлекательное. Желаю всем и каждому приятного просмотра. Ну что ж, мы с вами на месте, и, конечно же, первым делом надо осмотреть свои владения, свою территорию, где мы будем с вами выживать и строиться. И да, кстати, на месте не только мы, но еще и Титан. Он как появился, сделал свой какой-то величественный просто рык, поднял гигантскую волну, которая, походу, скоро до нас доберется. Главное только, чтобы наш остров не смыло кедринифения. Хотя, я думаю, как вода пришла, так, соответственно, и уйдет. Для построек нам это никак не повлияет и не помешает. Да, смотрите, даже прям волна уже потихонечку так ослабевает. Ну, конечно же, она теряет свою силу на такую большую дистанцию. Ладно, значит, что касается острова. Во-первых, я удивлен тому, что там, где мы появляемся, сразу же доступны вот эти врата, где мы с вами будем выкапывать что-то, насколько я помню. И в придачу у нас очень неплохая территория. Даже если так примерно посмотреть и раскидать планы по строительству, теоретически, вот здесь мы с вами можем построить наш дом, основной дом. Дальше, здесь мы поставим какие-то мастерские, они как раз-таки закрыты камнями, если не ошибаюсь, эти камни, по-моему, не разбиваются. А вот здесь у нас просто чуть ли не идеально ровненькая территория для фермерства. В принципе, почему бы и нет, да? Значит, надо будет пообщаться еще с выжившим, который у нас там находится. Ну и, наверное, еще давайте посмотрим, какие у нас тут есть поблизости острова. Обычно, когда происходит генерация мира, здесь каждый раз зерна разные, поэтому у вас не будет повторяющихся территорий. Ну так вот, обычно какой-то один остров большой, а все остальные маленькие. Я вот сейчас смотрю, и такое ощущение, что это прямо какое-то исключение из правил. Вы посмотрите, вокруг нас острова. На этой территории находятся. Все они достаточно большие. Даже вот это вы это можете видеть на карте в правом нижнем углу. Ну, а если мы посмотрим обычную карту. Ну, да, нам есть куда сплавать. Остальное надо будет все это дело открывать. Но сперва потребуется построить еще и порт. Но до этого надо будет дойти. Вы посмотрите, что происходит. Нет, подождите, стоп. Какая волна? Ну, господи, я только начал кайфовать. Вы посмотрите, сколько здесь рыбы. А? Офигеть, она вот прямо целый косяк там идет. Вы гляньте. Вот сейчас бы отлив бы произошел. Я бы просто наслаждался бы. Я бы просто ходил бы и собирал бы рыбу, понимаете? Кто-то ловит, а кто-то просто ходит ее и собирает. Ну давай, давай, ну вода, сыграй, пожалуйста. Ну не так часто тебя о чем-то прошу. Сыграй нам на руку, пожалуйста, а? Здесь у нас еще, кстати, вон мидии растут. Слушайте, ну здесь прямо рай для сушиста, да? Можно там рис какой-нибудь выращивать и сделать себе какую-нибудь сашими вкусную. Ну, рисы просто сверху лосось положить. Здесь у нас и мидии можно будет запекать с какой-нибудь там шапочкой сырной. О, какая волна, да. Нас тут прямо смывает, мама, не горюй. Ну, а где косяк рыбы? Ну, сейчас уплыл, все, кончилась халява, да? Не успев начаться, походу. Обидно, конечно, ну, игра про выживание, поэтому надо подумать и о еде. Слушайте, я попробую там поймать ее, ну-ка. Надо будет еще следить за нашими основными параметрами. Конечно, еда, вода. У нас это указано в левом нижнем углу. Слушай, лежит. Забираем. Раз, два, три, четыре. Вижу пять. Ага, я вижу тут еще, походу, нахлебники появились, которые хотят тоже рыбы халявной. Нет, ну я с ними пока не буду сражаться, потому что, ну, вручную с этими големами, ну, такое себе. Мы их просто физически не вывезем. Отличное местечко, просто отлично. Но я на самом деле думал, что ее просто волной сюда подбросит. И, соответственно, она где-то здесь останется на этом мелководье. Надо будет как-то это потом обыграть. Может, лопатой поработаем здесь, может, какие-то там пристроечки сделаем. В общем, рыбалки быть 100%. А пока у нас и так уже неплохо, 7 единиц в кармане. Сейчас у нас задача будет, кроме как осмотреться еще... Да, мистер Крабы, ну что-то ё-моё, а? Хотя давай сразу, наверное, с тобой разберемся, потому что мне потребуется... Ну, во-первых, себя выпало крабовое мясо. Это у нас деликатес, это офигеть как вкусно. И в игре, наверное, и в реальной жизни тем более. Вот, а во-вторых, мне потребуется с него панцирь, чтобы можно было сделать первое оружие и самое главное верстак. Сейчас осмотримся и отправимся уже на наше строительство. По поводу прохождения, я бы с удовольствием бы сделал по нему, по этой игре полное прохождение. До тех пор, пока мы полностью не откроем все острова, не построим все возможности. Тем более, тут сейчас появились всякие помпы для переливания воды и возможность строить на воде. И, наверное, так мы и будем с вами поступать. То есть, какие-то варианты домов мы будем именно там возводить.
В общем, есть что посмотреть и, как говорится, есть что показать. Что касается наших инструментов, нам сейчас требуется две палочки. Три у нас уже есть, это броня и панцирь от краба. И еще требуется зеленая трава. Зеленая трава. Ну, там у нас достаточно большой был куст, надо пойти его собрать. Давайте через краба пройдем. Во-первых, также мясо нам пригодится. А вот там я видел, у нас еще виднеется корпус корабля. Ну, ладно, наверное, чуть позже до него добежим. Вот там еще какие-то обломки у нас от лодок, наверное, да, или от корабля тоже. Надо будет пойти посмотреть. Но, опять же, даже если мы прямо сейчас это будем делать, если что-то вдруг нам понравится, захочется утащить, у нас, как вы видите, в карманах очень мало места. Надо сделать либо какой-нибудь рюкзак, либо сумку, а только потом уже отправляться на все эти осмотры. А еще, да, у нас есть такой кустарник. Я помню, что там у нас крысы появляются. Так что надо быть аккуратным. Ну, хотя крысы нам особо сейчас погоду не сделают в плане повреждений, но все равно. Сейчас эту кусочку заберем. Левелап у нас поднимается. Аккуратненько. Нужно топорик сделать. Топорик, потом вот какой-то меч себе загубиним. И пойдем уже искать себе какие-то приключения. Тем более, насколько я помню, на всех островах еще появляются пираты. Но, чтобы их увидеть... А, уже вижу, да. Они обычно... Точнее, обычно развивается такой некий дымок. И вон я уже вижу вдалеке. Вон там, прямо над моей головой. Значит, там у них будет лагерь. Обязательно к ним зайдем. Посмотрим, сколько их стало. Потому что раньше, насколько я помню, было два человека. Один лучник, один мечник. Что-то наподобие такого, да? Заодно посмотрим, какие у нас теперь есть и будут в игре изменения. Так, значит, это мы сделали. Тело крысы, наверное, мне сейчас не особо-то нужно. А, трава, точно, ё-моё, за травой пошел и совсем забыл. Ну, крысы отвлекли. Давайте тогда вот здесь ее соберем. Красный коралл рядышком же находится, тоже для краба нам пригодятся. Так что будем иметь в виду, что у нас здесь достаточно неплохая такая территория сгенерировалась. Чуть сейчас соберем абсолютно. Мистер краба, ты смотри какой, а? Неугомонная его душа, это что такое? Кстати, как-то... А, это песок у нас. Панцирь. Панцирь не собирается уже. Ладно, мы тогда поступим иначе. У нас уже голод. Чем больше мы с вами работаем, тем больше у нас, соответственно, и тем быстрее появляется жажда по всем нашим параметрам. Вот крысу только я не знаю, куда мне ее девать. Давайте сбросим ее, наверное. Пускай уйдет как дары Нептуну какому-нибудь. О, охренеть! Вы только посмотрите на это! Вон, прямо над головой. Там косяк, наверное, да я не знаю, вот раз косяк, два косяк. Сколько там рыб? Три косяк, ё-моё, дайте мне удочку, вы только посмотрите на это. Как же это охренеть круто. Меня сейчас смоет, не, нормально. Вон, смотрите, раз, вон вдалеке второй и третий здесь. Жесть, ну их тут, наверное, штучек 30, если не больше, да, суммарно. Под второй, под первой, точнее, второй и третьей волной. Слушай, ну это здорово. Это реально очень-очень круто. Раньше такого у нас не было, да. А вот мусор как раньше уплывал, так и уплывает у нас. Окей. Здорово, сосед. Да, будем себя так называть. Значит, это наш археолог. Будет давать нам базовые какие-то задачи там по обучению, как что-то там поставить и сделать. Можно сразу посмотреть. В общем, добывайте кокосы, ешьте ягоды. Дальше... сделайте верстак, сделайте свой первый топор. Ну, в общем, все по стандарту, да. Значит, что касается топора, у нас уже инструменты есть, у нас всего хватает. Давайте сразу мы, наверное, об этом... А, он хочет, чтобы мы ягоды добывали. Да, значит, тогда мы будем сразу тогда перекладывать в более быстрый и удобный доступ. На цифру 1 я себе поставлю топорик. Ягоды, значит, мы добываем из кустарника с помощью топора, да. Ну, можно было и руками, как мы это сами делали. Это у нас есть. Единственное, я вот не помню, а как у нас добывалась вода? Вода, по-моему, давались нам кокосы, если не ошибаюсь, да? А у нас здесь еще вот выпались семена. Семена водного растения. А в бутылку, по-моему, вода это не добывалась у нас никак. В бутылку вроде как добывались только эти самые... как их там? Светлячки, да? В общем, надо вспоминать. Да, ну я думаю, мы разберемся. Дерево до конца мы не будем с вами рубить. По одной простой причине, что оно нам... пригодится хотя бы как в виде визуала. А во-вторых, конечно же, потом потребуется нам большое количество бревен. Поэтому, чтобы сейчас оно просто не пропадало, мы его не будем никак отсюда удалять. Пару кокосов я скушал. Пойдемте пообщаемся, устроит ли его это или нет.
Сейчас одно и узнаем. Здорово. Ну, да, он, походу, его это все устраивает. Сейчас посмотрим, что по заданию у нас идет. А, сделать верстак. Так, для верстака нам что требуется? Для верстака нам требуется 10 веток с деревьев. Угу. Здесь уже потребуются именно веточки. Два дерева сразу рубятся вот этим. Да. Шикарно. Ну, не до конца и будем добивать. Не до конца. Песок я сбрасываю. Я думаю, если что, с помощью лопаты его нафармим. Здесь с этим проблем точно у нас не должно возникнуть. Кокос сразу внутрь. Дальше. Сколько у нас веток получается? 5. Сейчас найдем еще двойные пальмы. Там вообще их еще больше находится. Не, давайте двойную возьмем, должно хватить. Тоже срубим. Но не до конца. Итого у нас десятка есть, да? Кокос внутрь, пару веток сразу с собой. Хватает на верстак? Хватает. Изготовить и поставить его. Значит, если у нас с вами будет мастерские находиться по левую сторону за этими камнями, хотя, с одной стороны, не обязательно сейчас торопиться и как-то прямо все идеально выставлять, потому что 1000 раз поменяется после того, как мы начнем уже уставлять сами дома, да? Пускай пока временно будет он находиться да, вот здесь. Готов верстак? Готов. Значит, что касается производства, которое доступно в нем. Во-первых, броня, всякие шмотки. Ну, это все надо будет добывать уже, естественно, по ресурсам. Дальше. О, у нас есть возможность сделать меч. А у меча... Да, господи, петух, господи, курица, ё-моё. Мать, ты чё? Царь всех зверей. А у нас, смотрите, получается у тупора сейчас 4 единицы урона. А, ну здесь рубящий, а здесь колющий, да? Ладно, давайте пока не будем тратить слот. Оставим на потом его, сделаем. Demolition Hammer нам потребуется для уничтожения там и строительства домов. Кристаллы у нас желтые, насколько я помню, для того, чтобы мы раздвигали воду. Синие тоже для чего-то. Ну, а вот что касается новых объектов. Значит, у нас есть плавилка, кузня. У нас есть порт, то есть док, где мы будем устанавливать уже лодку, корабль наш. Кукинг у нас была, по-моему. Дальше всякие разнообразные грили. Потом теперь появились помпы для переливания воды. Это интересно, это здорово. Дальше кровати. Ну и остальные какие-то элементы, по-моему, вроде как у нас были. Фермерство и по строительству наших домов тоже. Угу. Значит, сейчас тогда давайте я вот что сделаю. Мне нужен инвентарь, чтобы было больше в карманах места. Поэтому потребуется зеленая трава в количестве 15 штук. Тогда мы сделаем первый рюкзак, потом мы после этого сделаем тогда рюкзак второго уровня, а на третий нам не хватит, да, требуется наптаниум. Раньше он был неизведанный какой-то ресурс, но сейчас, так полагаю, мы его сможем уже найти, да? Значит, ветки и... А, хотя стоп, а у нас этого достатки. Мы объединяем себя, плюс свободный слот. Все, пошли за травой и за этим самым. Сейчас, подождите. Нет, подожди, я не смогу 60 единиц утащить сразу. 60 мы не получится, да? Тогда да, сначала 15, травы соберем и все. Здесь как раз таки у нас вон рядышком есть местечко, где ее просто дофигища. Главное не особо близко подходить с той стороны, где у нас гуляет титан, потому что, кто не в курсе, напоминаю, он изрыгает из себя такой мощный, гигантский синего цвета луч. Он, соответственно, сносит все на своем пути, включая территорию, ландшафты, деревья. Он может много чего подровнять. Вообще в игре будет или 3, или 5... О-о-о, вижу, плывет. Или 3, или 5 разных титанов. Там краб, потом вот этот голем, феникс какой-то там. Ну, надо почитать, на самом деле, точно не помню. Но разнообразие есть 100%. Слушайте, а все-таки мелководье здесь сыграло свою роль, да? Охренеть уголочек. Я 100% его как-то обыграю, 100%. Поставим, и будет вообще все красиво и здорово. А что такое? А, это у нас тут ягоды. Ну, чтобы не пропадало добро, сразу употребить их. О, это прям прикольно. Безотходное производство на месте, да? Ой, значит, где наш рюкзак? Готов. Сразу его тогда назначаем. У нас появляются свободные слоты. И в придачу теперь нам надо заново нафармить нужное количество ресурсов. Это... значит, это у нас есть 20, надо будет, ну не 20, 11 нафармить стиков и дофига травы. Ну, стики мы быстро получим. Выбьем сейчас вот эти кустики. Нет, эти кустики мы трогать не будем. Там у нас рядом взрывная трава. А вот эти нарубить. Как говорится, сам Бог велел, да? Еще придачу крыса у нас есть, на мясо идет. Надо это разобрать. Отсюда мы их уберем. Шикарно. Сколько у нас их? 12, да? Нужны еще кусты. Вон там мы, по-моему, были. Во, эти удалим сейчас.
Итого 16. Не хватает. Вот здесь есть, так попробовать аккуратненько их. А, она не взрывается? А какая-то трава взрывается, я не помню. Я думал, вот это как раз таки мелкая здесь бахает. А, видать, нет. Ну ладно, поправим. Двадцатка у нас имеется. Пошли теперь траву собирать. Как же охрененно. Здесь ночью. Вы только посмотрите. Такая просто синева. Все это причем зависит от того, во-первых, насколько глубоко на том или ином островке. Придача, какие кораллы там вокруг находятся, что-то отсвечивает. Ну и мне кажется, все-таки такой большой кусок света — это вот благодаря самой луне и небу, да? Хотя вот здесь, смотрите, желтые кристаллы. Как-то вода особо не желтеет. Ну, она и не будет желтеть, потому что желтые кристаллы они отталкивают вот, да. Отставить тогда такое размышление. Опа, сундук. А успеем? А сможем? Че, утащило, что ли? Нептон, отдай! Где мой сундук? О, вон он. Ты смотри, а. Надо его открыть тот момент, когда волна уйдет. А что здесь у нас? А, у нас здесь 9 кристаллов. Ну и тоже неплохо, что я бы сказал, вообще шикарно. Сейчас еще до конца все пособираем. Это. И нам еще нужно, наверное, сколько там у нас места? 20. Ну давайте, наверное, еще вот чуть-чуть подкосим. Чтобы потом не бегать лишний раз. Тем более, трава здесь такой очень популярный ресурс. Он быстро уходит на все подряд. Во. Готово, да? Пойдемте тогда уже ставить себе новый рюкзак и будем потихонечку что-нибудь тут уже интересное возводить. Ну и дальше пойдем по заданиям. Рюкзак, значит, есть. Готово. Сразу же мы его закидываем к себе. Этот, наверное, мелкий я куда-нибудь временно сброшу вот сюда, чтобы особо не мешал и не маячил. Может, его потом волной унесет, как вариант, да? Крыса. Мне вообще какую-то помоечку где-нибудь сделать. Может, вот тут? Чтобы вообще не мешало и не бросалось это в глаза. Правильно? Правильно. Надо посмотреть, что у нас там сейчас будет идти по заданию. Это наш выживший. Кстати, вроде как у выжившего должна быть палатка, насколько я помню. Палатка и еще сундук с вещами. Но судя по тому, что здесь наблюдаю, какой-то он голожопик. Вообще ничего нет. Просто ничего нет, как и мы, да? Ладно, окей, это мы сделали. Поставить верстак, так у нас верстак уже находится. Во, завершаем задание. Потрясающе, с топорами мы тоже разобрались. Теперь нам надо собирать кристаллы для изготовления. Ну, все правильно, да, собирать кристаллы для изготовления бутылок этих. О, рыбеха, забрали. Мне нужен все-таки какой-нибудь чемоданчик. Иначе я так особо себе в карманах много не натаскаю. Мы же можем тебя сейчас сделать? Так, сундук. Он где у нас находится? А я не помню, где у нас он находится, сундук. А ведь мы могли же его делать. Там какой-то ящик был. Либо он идет в улучшенном верстаке, либо в каких-то других постройках, да? А, вот он у нас идет. Требуется 5 травы и 10 веток. А давайте-ка я, наверное, сейчас по-быстренькому это все сделаю. Одно и кокосов пособираем. Нам надо попить. Дальше тебя слегка подрубим. Тем более, мы уже, смотрите, светать начинает потихонечку. Светлячков надо будет бутылку пособирать. Тут как раз где-то навалялось. Пригодятся. И светлее можно будет сделать какую-то территорию. Или просто что-то украсить, как вариант. Здесь, наверное, пока я не буду рубить. Слишком близко они находятся. А вот эти два заденутся? Да, заливаются. Кардос, все, отставить, хватит. Должно нам хватить для строительства. А, трава. Траву здесь соберем. Я, когда все подбегаю, сразу же глаза бросаются в сторону возможных вариантов поимки лосося. Выплыл он здесь, не выплыл он здесь. Придут сюда они заново или нет? Пока не наблюдаю, да? Пока пусто. Заберем еще тут, наверное. Нет, очень хорошая локация. Прямо очень хорошая. Есть абсолютно все, что надо для счастья. Всех базовых ресурсов просто за глаза хватает. Конечно, нам придется на другие острова плавать, да, чтобы забирать ту же самую сосну там или какие-то другие камни.
для строительства. Но основы по-любому мы здесь с вами неплохо так можем подфармить. А, где там у нас находится? Значит, находится у нас где-то вот здесь, да, был? Да, есть сундук, готов. Установим пока его рядышком. Ой, кстати, он выглядит прямо как сундук. Раньше был просто коробочка, а сейчас даже такая новая текстурка, вроде как. А добавляем. Сюда перекидываем всю рыбу. Сюда перекидываем все мясо. Также песок сюда отъезжает. Наверное, ракушки оставим. Ну, а с остальным пускай будет в кармане. Все, стащили. Дальше, значит, нам требуются кристаллы. Кристаллы, я так полагаю, вот это нам требуется. Да, сделать бутылка и желтые кристаллики. Пойдем собирать. Хотя бутылку где-то я тут видел. Ха, смотрите, опять лосось вылетел у нас. О, кстати, еще одна бутылочка, пригодится. Нифига какой он, далеко улетел, прямо очень далеко. Целеустремленный, решил сразу туда уйти. Ой, где кристалл-то мне найти? Кристаллы. Вообще, обычно они находятся там, где у нас... Вон, вижу, да. Где вокруг них вода пытается отступить. Вы посмотрите, какой косяк. Прямо над головой. Вот это да. Ага, только один только выпал. Черт, надо больше. Там обломки и целый кристалл. Нам нужен целиковый. Вижу, плюс один выпал. Еще. Итого у нас их три штуки. Блин, волнуется, неплохо поднимало-то, да? Прямо замечательно. Может пойти... А, блин, я думал, это у нас сундуки там стоят. А это у нас... Вон там, кстати, я вижу, сундук какой-то находится вдалеке. Но прям совсем далеко. А вот мидии, не помню, мы можем есть сырыми или нет? Нет, их надо готовить. Обидно. Ну ладно. Извини, товарищ. Пойдемте попробуем. Наверное, что-нибудь сейчас крафтить. А вы посмотрите, как здесь влага-то держится. Хлюп-хлюп, прям такой. Слушай, идеальное место для фермерства, да? Будем рис здесь выращивать, 100%. И здесь какое-то у нас тоже влажное пятно. Ну ладно, так, это мы сделали. Я надеюсь, я правильные вещи сделал, то, что он от нас хотел. А то раньше знак вопроса загорался, теперь только постоянно восклицательный знак. Походу нет. Теперь, когда у тебя есть верстак, тебе нужно собрать ресурсы, создать изысканный желтый кристалл. Подожди, стоп. А я что, его не создал? Оттолкнуть в воду. Две штуки потребуются. Сейчас понял. А на второй нам чего не хватает? А на второй нам не хватает еще одного большого кристалла. Сейчас найдем. Вон, вижу, торчат. Сейчас пособираем, посмотрим, что там кто выпадет. Надеюсь, крупный будет. И тогда плюс одна бутылка у нас с вами в кармане. Да, конечно, топором долго это будет все добиваться. Надо молоток будет сделать. Даже так вот? Окей. Если честно, мне дико подняло настроение вот именно то, что здесь происходит с рыбой. Мне это реально порадовало. Окей, плюс второй у нас готов. Значит, на всякий случай тогда сразу его перекинем вот сюда. Сейчас мы с ним пообщаемся, устроит ли его это или нет. Сосед? Да, его это устраивает. Сейчас, подожди. Значит, мы сейчас идем к этим вратам и будем там добывать. А единственное, что... Ага, лопату он нам дал. Понял. Тогда ее поместим где-то здесь. Что касается карты. Так, что касается... А, ну все правильно. Он, получается, вот здесь и находится. Других вариантов тут и быть не может. Надо сюда будет каким-то образом сейчас там подняться. Там вроде как лесенки даже были, если не ошибаюсь. Правильно мы находимся? Да, вон X горит. Следовательно, берем бутылку нашу первую и хренак ей туда. И вторую сразу туда, хренак туда. И начинаем быстро копать. Черт, копать, я говорю, начинаем быстро. Ну, отлично, мы достали реликвию. С этим товарищем потом разберемся, главное мы ее заберем. Во, вот чумо. Ох, нихера себе! Скосил меня, я совсем про него забыл. Все из меня вывалилось. Черт, некоторые вещи потеряются, но ничего страшного. Ладно, тут, да, забыл. И даже про этот лазер мне этот товарищ-то и не напомнил. Окей, это мы забираем. Мне это надо. Во, шикарно.
А, с этим мы разобрались, пойдемте пообщаемся с нашим соседом. О, помню этих малышей сумасшедших. Целая толпа вывалилась. И краб такой, типа, слушай, за своего сайта тоже заныкаюсь, да, там? Попробуй напасть. Ну, нифига, у меня не получилось. Отлично. И последний тоже. Все. Со всеми мы вроде как вопросы порешали. Кстати, а вы посмотрите, что он тут набедокурил-то. Деревьев-то... А, хотя, слушай, он не особо-то и снес их тут. Одно деревце. Это ни о чем. Я думал, испортить нам тут территорию. Ну, не, это все фигня. Мы удаляем. С ними мы разобрались. Ну что, ты доволен? Меня тут убили, пока ты тут мне давал задачи. Mission complete. Готово, да. Ну, теперь он нам говорит, что надо искать руины на одном из больших островов, которые нас окружают. Либо там, либо где-нибудь вообще везде, где только... А, слушай, а тебя, по-моему, здесь не было. Это что такое за прыщик земли появился? Здесь камень был, да? Это как раз, наверное, благодаря лазеру, который у нас появился от Титана. Угу. Камень сдул. Прыщик надул. А, нифига себе, он нам еще и верстак сломал. Вот дает. А это что такое у нас? А это у нас для изучений. Это хорошо, забираем. Только мне теперь надо заново делать верстак. Благо у нас ресурсы все готовы. Поставим его так же, как и планировали. Вот здесь где-нибудь рядышком. Во. Крыса жила? Серьезно? Так это что получается? Какой-то... Я даже боюсь слова подбирать. Это что за такая магия оживляющая? Или это просто рандом где-то мимо пробегал? Ладно, пускай здесь лежит, пригодится. Краб, кстати, видели, стоит охотится на лосося на нашем месте. Окей, значит, что по нашим сейчас тогда будет планам? Надо будет сделать нам что? Нам нужно сделать костер. Для этого требуется нам редстоун. Редстоун, не помню, где добывается. По-моему, на том острове, да? Если не ошибаюсь. А чтобы нам его получить... Так. А что нам его получить? Где-то мне его надо добыть. Так, давайте мы кровать сделаем сейчас, чтобы можно было хоть как-то, если что, пропустить ночь. Поставим ее, допустим, прямо под пальмами вот здесь. Идеальное местечко. Нет, здесь, правда, слегка кривоватенько так. О, шикарно, вот здесь, да? И кусты, и рыба, и вода, и все, что хочешь здесь рядышком у нас есть, да? Так, подождите, я насколько помню, там требуется сигнальный костер. Так, сигнальный костер, который позывает лодку, на которой мы сможем временно сплавать на другой остров. А пока что-то я его не наблюдаю. Вообще в упор не вижу. Это не то. Это тоже не то. Он у нас вот здесь был, в базовом меню в нашем. Нет, это у нас убирает воду, это добавляет воду. Это обычный факел. А где у нас для корабля-то призыв? Мне нужен редстоун. А знаете, что надо сделать, надо попробовать? Надо попробовать О, кстати, панамку себе можно сделать. А почему бы и нет? Давайте сразу напялим. О. Подорожник на мозг положил просто. А, давайте прогуляемся. Может быть, найдем какие-то камни, действительно, которые будут находиться здесь. И именно таким образом будем их собирать. Надо попробовать посмотреть. Потому что я пока что не помню иначе, как нам выкрутиться из этого положения без использования сигнального... факела без сигнальной ракеты. Нет, это красное, это не то у нас собирается. Это у нас идут синие големы. Да, это вон у нас идет. Что, может, по обычным камням постучать? Да нет, это навряд ли. Миди только отлетают и все. Или молот надо было сделать. Нет, надо вернуться, сейчас еще хочу посмотреть разок. А заодно карту и вот эти все реликвии уберу, чтобы не мешали. Это мы объединяем. Миди мы тоже сюда убираем пока что. А, да? А, все, нормально убралось.
Дальше кристаллы тоже удаляем. Ну-ка. После открытия показывают месторасположение сокровищ. Ну окей. Ох, нифига себе. Это, получается, нам плыть надо будет. Причем далеко. Ну ладно. Так, это мы... А, вот! Наконец-таки, я думаю, как нам ее изготавливать? Вот, у нас теперь есть будет возможность изготовить эту штуку для призыва корабля. Требуется два желтых кристалла и два красных кристалла. Надо собрать. Шикарно, господи ты мой, видишь, какие простые вещи. Я подзабыл, но ничего страшного, разобрались. Это у нас есть, пойдем собирать. Красные кристаллы были рядышком, а вот желтые кристаллы, по-моему, также мы с вами видели по левой стороне. А, вон я вижу, там даже они есть. А, вот и красный, кстати. Первый есть. Сразу же второй добываем. И еще... Хотя нет, надо не два, надо четыре. Нам же еще потребуется там на обратную дорогу. Правильно? Правильно. Черт. Течение, конечно, прямо смывает здесь все. Надеюсь, тот товарищ не проснется. Даст нам спокойненько подсобрать точнее, желтый кристалл. Есть. Еще один. Конечно, можно сделать обычных бутылок, бросать, тем самым спокойно проходить по дну, но, наверное, это пока в нашем варианте растрата ресурсов. Единственное, было бы неплохо, кстати, вот, что действительно поставить, это факел, который отгоняет воду от того места, где он находится. То есть мы около базы как раз-таки могли это сделать, чтобы у нас там не было никаких там потопов, наводнений лишних и всего в этом духе. Добыл? Добыл. Улетело так еще. Но мы все равно успели подхватить. 4 единицы есть, плюс 2 кристалла. Надо еще чуть-чуть собрать. А то нам пока только на один сигнал хватает. Вон там случайно у нас нету? То прям так вода расступается. Да-да-да, вижу-вижу. Ох ты, нифига себе, как она накрыла. И, кстати, обратите внимание. Прямо как в этом самом. В аквапарке, океанариуме. Шикарно, огромное количество кристаллов. Все забрали, там, правда, вижу, еще один большой находится снизу, надо забрать его. Итого у нас 4 единицы, как раз таки на туда и обратно. Пока будем пользоваться услугами такси, так называемого, да, водного. А потом уже построим свой корабль и будем отправляться в путешествие. Так, что касается изготовления. Раз, два, две штуки у нас есть. Я тогда предлагаю на этом моменте серию эту закончить. Сейчас ляжем поспать, с утречка проснемся и, соответственно, уже в следующем видосе отправимся в путешествие. Так что я на этом моменте с вами прощаюсь. Если вам понравилась серия, ждете продолжения и вообще ваши мысли, обязательно высказывайте внизу в комментариях. И не забывайте про лайкосы, либо дизы, если вам все это нравится или наоборот не нравится. Всех вас обнял, поднял, до новых встреч, всем пока. И вы посмотрите, что происходит там. Охренеть. Просто охренеть. Там лодка приплыла. Серьезно? Подождите, стоп, ребята, мы не прощаемся. Пойдем посмотрим, что там происходит. Кто там приплыл. Неужели это теперь лодка есть у пиратов? Они могут также путешествовать. Нифига себе. Я сказал себе. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Офигеть. Фига они там просто прибивают ее к берегу. А может быть, это теперь будет наша лодка? И не надо ничего нам будет строить? Да нет, навряд ли, кстати, она уходит куда-то. Еще, правда, темно, но черт подери, как же интересно. Почему все самое интересное происходит ночью? И когда обычно везде сыро? Вот. А, я понял. Нифига себе, это вражеский корабль, это пиратский корабль, ты рэш. Я понял, нет, мы не готовы к этому. Да, нас сейчас пару ядер в голову, и мы отъедем очень быстро. Я больше не хочу умирать. Мне достаточно и того было раза. Ложимся спать, и на следующий день уже с вами увидимся. Все, всех вас поднял, обнял. До новых встреч, всем пока.